Главное, победили, это самое главное, сыграли грамотно, сыграли дисциплинированно, в общем, старались выигрывать каждый момент, то есть было желание навязывать борьбу, выигрывать борьбу, поэтому я думаю, как бы, из-за этого, ну, это был ключ к победе сегодня. А сегодня особый кубок зеленого дерби. Насколько было принципиально вот именно этот кубок завоевать, или все-таки настраивались исключительно на соперника, на Акбарс? Слушайте, ну кубок, это все-таки надо понимать, что все равно для болельщиков это атмосфера вокруг матча, это для них, да, потому что у нас все-таки немножко другая, ну, другая мотивация была, потому уже и разговоры пошли, да, что там, как мы не можем выиграть у топ-клубов, там постоянно перед играми, да, перед игрой даже спросили. У нас, наверное, вот, ну, как бы мотивация была такая, что выиграть у принципиального соперника, то есть выиграть тот матч, который надо выигрывать, да, то есть не как там гладкие чемпионаты, да, там понятно, от соперников, то есть от состояния там зависит, да, там кто-то, как понятно, что сегодняшняя игра там, ну, никаких отговорок. Игра там кость-кость, поэтому вот нам надо было именно эту игру выиграть. Массовая подтасовка во втором периоде завела команду? Но самое главное, как сказать, не то чтобы завела, а придала уверенность, потому что когда такие моменты случаются, сразу видно, да, что это показатель, что у нас в раздевалке все в порядке, что у нас каждый друг за друга. Когда там Макс Майоров, да, там, понятное дело, что он не боец, да, но он как бы показал всем сегодня, да, то есть как бы арене, нам, другой команде, да, что мы сегодня настроены только на победу. Много эмоций сегодня было вот, ну, в битве с Акбарсом, а остались силы вот эти эмоциональные уже на Авангард. Да, мы, кстати, я даже не знаю, с кем следующая игра, поэтому пускай с Авангардом. Да не, останется, конечно, как сегодня, да, понятно, что особенный матч, но как все равно у нас есть время чуть перезагрузиться, чуть отойти, да, то есть как бы понятно, наоборот, где-то даже хорошее настроение придаст, ну, эта победа.